Всем привет, всем привет! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Ну, как я и говорил, ребята, майские праздники начались, и пришли более-менее адекватные, хорошие подарки. Мы перетерпели 23 февраля и 8 марта. Акция будет, предполагаю, длиться, вот это биржевой кризис, она, скорее всего, перерастет потом 9-го, еще в одну, и так далее. Будет длиться она весь, получается, нас май, скорее всего. Вот, а сейчас, ребята, как всегда, давайте быстренько по обновлению, что у нас интересного, что нового. Так, теперь мы получаем двух питомцев, ой, мой любимый нефтибабл и кристаллоид. Ребят, всем, у кого нету, хороший способ получить, можно сказать, питомчика к вам в коллекцию, потому что последний раз на него акция была, ой, когда, уже не помню. Так что можно крутить его, если хотите. Но я буду еще нефтибабло, наверное, крутить. Может, в конце концов, изжогу свою я и получу. Так, мы получаем при входе вот такой очень прикольную вещь. Подарочек от мэра. Всякие прикольные вещи. Вот. Дальше по подаркам у нас очень интересная тоже вещь. Появился новый уникальный питомец. Обязательно его себе выкачивать буду. По максимуму все, что возможно, я выкуплю. Для такой вещи я специально себе накопил хотя бы немножко. Но накопил себе рингтончиков. А, да, кстати, если вы будете тусоваться в очень интересных клубах выше, чем за 3 рингтона, то можно получить теперь еще уникального питомца. Недавно обзор на него у меня уже был. Вот так. Но это еще не все. Теперь нас, ребята, радуют еще и биржевым кризисом. Вот такой вот вещью. А давайте лучше для более подробного и нормального перейдем на сам форум. Вот такой у нас вот достижение, новые подарки от мэра. Вот получат у нас такие вещи. Скорее всего, с каждым из них будет получать еще что-нибудь дополнительно. Что разыгрываться будет, вон вам показано. Жук у нас есть, смотрю. Кинг-Конг, Фрэнки будет разыгрываться. Можно попробовать Фрэнки качнуть хоть чуть-чуть. Ну, скорее всего, мне не хватит на это, на все. Рубины влаживать я туда не хочу. Вот. Это у нас получат новые олигархи. Это будем смотреть, кто это выиграет. Ну, посмотрим. Так, что у нас еще? Майская распродажа. Да, из-за того, что я очень хочу вот этого питомца, я, наверное, все, что возможно, скуплю за эти векселя. Хотя бы до 6 уровня прокачать его надо. Смертельную схватку, наверное, только донаты получат. Нефтяные бабла мы уже посмотрели на рулетку. Кристаллоид тоже. Клубы изменения суперприза на чужого тоже посмотрели. А, да, клуб же открылся новый. Клуб открылся новый. И турнир. Да, для любителей, кстати, экспедиций появилась новая экспедиция, да, и обновленная. Эх, я только хотел идти. У меня как раз она, да, да, у меня она закончилась, и я очень сильно хочу сходить на пустошь. Сегодня, наверное, вечером, часов в 9, мы ее пройдем. Мы пройдем, посмотрим, что у нас есть. Так, ребята, давайте зарабатывать срочно у нас векселя и скупать все подарки. Потому что появятся они на 9 число и изменятся. Поэтому до 9 числа желательно скупить все вот это вот. Все, не спим, бьем. Потому что потом, как обычно, за 500 звезд получат эти подарочки. Ладно, всем счастливо, всем пока. Давайте, ребята, будем раскачиваться.
jiggy with it.